Музыка представляет Rolex. Тяга к дальним странствиям. Под таким девизом прошел в этом году концерт в летнюю ночь, ежегодный праздник у дворца Шонбрунн в Вене. Мы решили, что так как возможность путешествовать и узнавать другие страны уже более года остается очень ограниченной, мы напомним людям о красоте дальних стран с помощью музыки. Мы подготовили программу, состоящую из музыки композиторов со всей Европы, из США и России, а под конец мы покидаем нашу планету и благодаря Густаву Холсту отправляемся на Юпитер, который дарит нам настоящий праздник. Русская музыка представлена в программе «Рапсодии на тему Паганини Рахманинова». Солирует пианист из Германии и при этом уроженец Нижнего Новгорода Игорь Левит. Хотя здесь и там встречаются юмористические фрагменты, общее настроение скорее мрачное. Все знают знаменитую 18-ю вариацию, наполненную любовью, смелостью и эмоциями. Все произведение в целом остроумно, но не в смысле юмора. Оно скорее мрачно. Но главное — это то, что его страшно интересно играть. Уникальное звучание Венского филармонического оркестра создается сочетанием невероятно талантливых музыкантов с необычными инструментами и традициями, заложенными светилами прошлого. Если бы вы играли в нашем оркестре в 1875 году, вы бы исполняли «Аиду» вместе с Джузеппе Верди, а «Сумерки богов» с Рихардом Вагнером. Мы первыми исполняли симфонии Брамса и Малера. Густав Малер возглавлял Венскую придворную оперу. Все эти имена наложили свой отпечаток на наше звучание. Оно остается в нашей коллективной памяти и передается из поколения в поколение. Этим оркестром так же опасно управлять, как спортивной машиной, потому что он моментально реагирует на любое ваше движение. Если дирижер найдет правильный подход к нему и, так сказать, закружится с ними в танце, оркестр подарит вам целый мир. А если не найдет, то он превратится в опасного зверя. Концерт закончился вальсом Штрауса, символизируя возвращение домой в Вену после долгого странствования. Такой финал совпал с нынешним настроением Игоря Левита. Прошедший год никого не пощадил. Поэтому я мечтаю вернуться домой. К людям, которых я по-настоящему люблю. Музыка вам представил Rolex.